Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым випуску. Перший робочий візит протягується. Посол Швеції Кристіна Юханнесен зустрілася з керівництвом регіону і навідала гомельські підприємства. 74-я годовина визволення. В неділю у Гомелі відбудеться воєнно-історична реконструкція. Фотосессия у романтичным в образе. Претендентки на титул «Миссис Гомель 2017» рыхтуются до конкурсу. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Протягивается визит на Гомельщину надзвичайного и полномоцного посла Королевства Швеции у Республики Беларусь Кристины Юханнесен. Сегодня ее рабочий день начался с встречи с керавництвом облвыканкама. У центра уваги пытание поширения экономичного супрацовництва. На думку Баку, все летний товарооборот у 5,5 миллионов долларов не отповедая реальным махчимостям. Это тычется как импорту товаров, так и экспорту, які у гэтым годе складая усяго каля 600 тысяч долларов. Для активизации взаимовыгодных контактов керавництво облвыканкама пропануя провести у Гомеле бизнес-форум для представников шведских деловых колов. А проша проведения перамоу на форуме плануется огушить информацию об иснующих у Беларуси преференциях и льготах для вытворцев, а так само об махчимости набытия у Гомельской области объектов по минимальных ценах. По сутности, запланованное мероприемство повинно стать протягом сегодняшнего визиту представников буйных шведских компаний, якія супроваджают надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Каралевства Швеции Кристину Юханнесен. Очень насыщенный день с посещением нескольких компаний. И самое главное для меня – это то, что для наших компаний, которые входят в нашу делегацию в этот раз, что для них эти посещения очень интересные и важные. И я уверена в том, что они дальше сейчас продолжат переговоры уже по конкретным вопросам. Абмеркаванне шляхоў беларуска-шведскага супрацоўніцтва працягнулася непасрэдна на вытворчасцях Гомеля. Кристина Юханнесен разам з прадстаўнікамі шэрагу кампаній наведала прадпрыемства, якія займаюцца вытворчасцю мэблі, а таксама працуюць у хімічнай і нафтахімічнай галінах. За ходам перамоў сачыў Олег Сінцюроў. Гомельская мэблевая фабрика «Прогресса» – прадпрыемства з больш як 50-гадовай гісторыі. Зараз тут вырабляюць шырокі асартымент мяккай мэблі. Па словах кіраўніцтва фабрыкі, на любы густ і на ўсе памеры кватэр. На рынку вытворчасці мэблі вельмі жорсткая канкурэнцыя, а таму кожны вытворца вымушаны шукаць сваю нішу. Найбольш эфектыўны шлях – модернізацыя вытворчасці і скарачэння выдаткаў. Сёння на гомельскай мэблевай фабрыцы шырока выкарыстоўваецца сучаснае замежнае абсталяванне. Вось гэтую сцёгальную машыну іспанскай вытворчасці набылі недзе 4 гады таму. Цяпер усяго два аператары выконваюць тое, чым раней займаліся, каля 50 швачак. Гомельская мэблевая фабрыка – прадпрыемства з закрытым цыклам вытворчасці, ад вырабу камплектуючых да выпуску гатовай прадукцыі. А таму прапанова міжнароднай групы кампаній па магчымым супрацоўніцтве ўспрымаецца неадназначна. Сітуацыя характэрная не толькі для гамельчан. Наколькі самастойным застанецца ў такім разе прадпрыемства і ці застанецца яно ўвогуле, пытанне, на якое адказ ёсць не заўсёды. Хоць з другога боку, працэсы кааперацыі прадпрыемстваў розных памераў і формы ўласнасці зараз характэрныя для ўсяго свету. Во-первых, когда имеешь дело с IKEA, нужно всегда иметь в виду, что у них объемы очень внушительные. То есть это компания, которая работает глобально. Поэтому мы видим уже много хороших примеров, как IKEA, наоборот, сотрудничает с теми поставщиками, которые уже есть на месте. Об новых технологиях сегодня казали и на Гомельском химичном заводе. Рост населения планеты, изменение рациону, повышение попыту на продукты харчевания, робить продукцию предприятия, запотребованной на всех континентах. Сегодня это одна из ведущих вытворчасцяў нафтахімічнай галіны Беларусі, якая ажыццяўляе поставки удобрений у больш як 20 краін свету. Падчас сустрэчы агучваецца прапанова от аднаго са шведскіх партнёраў аб магчымым павелічэнні экспартных поставок. Размова ідзе аб Вьетнаме і некаторых краінах африканскага континента. Шведская кампанія готова аказаць у гэтым неабходную дапамогу. У адміністрацыі гомельскага хімзавода будуць яшчэ аналізаваць магчымыя плюсы, але кажуць, што тут ёсць што абмяркоўваць. Если есть спрос на увеличение объема, мы готовы рассматривать и сотрудничать. Мы заинтересованы в расширении, в диверсификации рынка. Мы также и на Африку немножко работаем, но я назвал в первую очередь это те рынки, которые наиболее объемные, которые располагаются ближе всего по логистике к Беларуси. Ну, готовы рассмотреть Африку тоже, любые страны, но необходимо знать ассортимент, какой продукции интересует, и мы готовы сотрудничать. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Мазырские следствия огушили официальную версию сгорания милицейского службового автомобиля. Нагадаем, инцидент отбылся 18 листопада. Как установлено, автомобиль подпалил затриманный за хулиганство 57-годовый нетверозый мазыранин. Мужчина в стане алкогольного опьянения скандалил у автобусе. Супрацовник милиции, который опынулся побач, вывел его на улицу и выкликал патрульную машину. Затриманного доставили у отдел, где он попробовал ударить одного из правоохранников. Гэты момент захавала камера назирання. Пасля хулігана павезлі на агляд у медустанову. На зваротным шляху мазыранін дастав бутэльку, вылів з яе ваткай сабе на вопратку і падпаліў. Аўтамабіль успыхнув у лічаныя секунды. Міліціонеры спачатку эвакуировалі затрыманага, а пасля приступілі да лакалізацыі пажару. Падпальшык атрымаў апёкі 10% цела. У дачыненні да яго распачата крымінальная справа. Згодна з паведамленнем управлення ўнутраных справ Гомельскага аблвыканка, мазыранін ўжо раней судзімы за рабаванне, неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Па словах мужчыны, ён не хацеў апынуцца ў ізалятары часовага ўтрымання і таму рашыўся на такі ўчынак. З раённым аддзелам следственнага камітэта возбуждено уголовнае дзела па прызнакам преступлення, прадусмотренага часцю 2 статті 218 по факту умышленнага ўнічтажэння імущества ОВД Мазырскага райисполкома, совершённого общеопасным способом. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Задержанный в настоящее время находится в травматологическом отделении Мазырской городской больницы с ожогами тела, в связи с чем меры принуждения к нему не применялись. А у Гомеля металічная агароджа выратавала жыцці двух работнікаў хуткай дапамогі, якія трапілі ў ДТЗ ў раёне аўтамабільнага пуцеправода праз Сож. Здарэнне адбылося напярэдадні ў раёне прыпынку вуліца Лугавая. Як паведамілі ва ўправленні ДАІ, газель рухалася ў сярэдній паласе з дапушчальнай хуткасцю. На дадзеным участку дарогі ўстаноўлены відэакамеры з датчыкамі хуткасці. Непасрэдна перад прыпынкам аўтамабіль, які рухаўся наперадзе, стаў рэзка прытармажваць, каб прапусціць ад'езджаючы автобус. Каб пазбегнуць сутыкнення, водитель хуткай дапамогі павернуў руль рэзка направа і, пералятеўшы тратуар, упёрся ў металічную агароджу. На шчасце, яна выстаяла, не даўшы карэце хуткай дапамогі заваліцца з 10-метровай вышыні. Абышлося без пацярпелых. Калі б хуткасць газелі была большай, наступствы маглі б быць значна больш сур'ёзнымі, паведамілі ў ДАІ. Одной из головных подей у святкования Дня вызволения Гомеля станет военная реконструкция. Яна пройдет у неделю 26 листопада у районе Любинского озера. Нагадаем, все лето Гомель святкое 74-ю годовину с Дня вызволения от немецко-фашистских захопников. Митинги, встречи с ветеранами и иншие мероприемства проходят на протягу усяго гэтага тыдня. А у неделю отбудется реконструкция гістарычнага эпизоду, калі падчас Гомельско-Речевской операции войски белорусских фронту змаглі прарваць абарону праціўніка і стварылі пагрозу паўднёвому флангу групы армій «Цэнтр». У мерапрыемстве прымуць удзел прадстаўнікі больш як 10 ваенна-гістарычных клубаў Беларусі. Яны прадэманструюць дзеючую рэтратэхніку перыяду вызвалення. Рэканструкцыя пройдзе ў гістарычным месцы на злучэнні Любінскага возера і ракі Сож. Гэта недалёка ад 5-га мікрараёна. Арыенцір – аўтобусны прыпынак пляж Ропаўскі. Пачатак а 12-й гадзіне. Ребят будут ночевать непосредственно так же, как в те дни, в военных палатках, зимой с буржуйками. Вот последняя ночь перед мероприятием. Достаточно много различных и интерактивных площадок. То есть в этом году немножко больше расширенном таком формате будет проводиться и реконструкция. И помимо этого еще привлечены различные другие силы, то есть различных учреждений. Я знаю, что там выставки будут помимо этого. Вот. Ну и для сугрева все-таки будут у нас и чай, и кофе. То есть там непосредственно будет организованный и общепит. Надыходзячай гадавіне вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прысвяцілі дабрачынную акцыю. Яе правялі актывісткі абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын. На сустрэчу запрасілі дзяцей вайны. Гэтыя пажылыя людзі ў дзяцінстве перанеслі жахі ваенных часоў і рана ўступілі ў дарослае жыццё. Яны прайшлі праз бамбёжкі, акупацыю, голад, страту родных людзей. На сустрэчы яны дзяліліся сваімі ўспамінамі і чыталі вершы, прысвечаныя ветэранам і ахвярам вайны. На поляне той, бывшей боевой, спят мои друзья, дети войны, у земли сырой. Спят мои друзья, у земли сырой, помню я о вас, вечный вам покой. Это был 42-й год. Стоит человек
опирается о рамы на первом этаже нашего дома, где мы жили. И я его не узнала. Только крикнула: «Мама, дяденька пришел!» Оказалось, отец. Он посадил меня к себе на колени. Этот момент я помню. Потом папа ушел на фронт и погиб под Киевом. Организаторы акции «Союз жанчын детям войны» разом с партнерами зробили для своих гостей сапраўднае свято – чаепіцце, святочный концерт. А кроме того, пожилых людей чакали подарунки. Гомельский лицей МНС – место, где выховывают сапраўдных мужчин и будущих оборонцев айчыны. Про это заявил сегодня керавнік телеканала АНТ Марат Марков. Разом с министром по надзвычайных ситуациях Владимиром Вашенкой он наведал установу. Керавнік медиахолдингу застався под уражением от убаченого. Его ознайомили с навучальными и жилевыми умовами лицеистов, продемонстрировали специфику боевой и спортивной подрыхтовки вучнев. У центра безопасности, створенным при лицее МНС, Марат Марков убачил, как будущие вратовальники научены действовать при возникновении надзвичайных ситуаций, оказывают допомогу потерпелым при ДТЗ и тушать пожар. После керавника НТ погутарил с вучнями и покинул запись у книги гоноровых гостей лицея. Благодаря отношению и в первую очередь Министерства по чрезвычайным ситуациям, конечно же, Гомельского облсполкома, здесь создана такая база, которая, на мой взгляд, является уникальной. И то, что мы видели... Ну, мягко говоря, я тоже носил когда-то погоны и прекрасно понимаю, что если бы в наше время подобные вещи можно было не просто видеть, а почувствовать руками, конечно, это было бы для всех нас это было бы незабываемо. Очень благодарны в целом нашему государству за такое внимание, и в том числе к нашему лицею, Гомельскому облсполкому, которые действительно были в первых рядах оказания содействия, помощи по созданию этого лицея. И, конечно же, сегодня участвуют и продолжают участвовать все наши регионы, областные управления МЧС, максимально содействуя развитию. Мы понимаем, что это наше будущее, будущее и тех ребят, которые придут в нашу службу, и, конечно, которые будут работать на благо нашей страны. Протягивается подрыхтовка до конкурса «Миссис Гомель-2017». 15 финалисток приняли удел у фотосессии для интернет-голосования. Центр моды и прыгажосці «Хрустальная нимфа» проводит гэты масштабный конкурс уже у третий раз. Организаторы мкнутся зарабить акцент не на внешних даденных конкурсантах, а на их якостях, харизме и творчем потенциале. Для гэтага на протягу месяца с ними будут проводить занятки и майстер-классы. Каждый день яны будут сумяшать семью и хатние клопоты с дефиле и хореографией. Девчины працуют дружным и зладженным коллективом. До занятка уставятся серьезно. Агроном, тренер, педагог, специалист по продаже и супрацовница банка – все спробуют себе у новой роли – модели и королевы прыгажости. Меня привлекают эти красивые женственные конкурсы. Это здорово. И я уверена, что очень многие девочки, которые сейчас ведут подготовку к торжественному мероприятию, они тоже, может быть, даже и кормящие у кого-то малышу 2 или 3 месяца. Поэтому им огромное спасибо, что набрали смелости, пришли себя попробовать, показать. Возможно, кто-то возьмет пример с них, что вот такие мамы активные. В чем мой плюс? Потому что я мама 3 детей, единственная из всех конкурсантов. Я врач-акушер-гинеколог, работаю в женской консультации. Моя работа мне очень приносит удовольствие большое, потому что связана тоже с семьей. Мы помогаем будущим мамам вынашивать здоровых малышей. Я очень активный человек, мне нравится движение, мне нравится что-то новое, интересное, поэтому с удовольствием помогают близкие, помогает муж, все получится. Информацию о призах для переможцев и запрошенных на шоу-артистах организаторы покуль трымают у сокрете. Однако уже вядома, что финал пройдет 15 снежня у областным громадско-культурным центре. Квитки уже можно набыть у кассах альбо интернете. Гэты и іншыя новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrugomel.by. На гэтым выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.